И очень забавно. Я думаю, здесь конструкторы, инженеры подошли очень интересно к этому вопросу. Восстановить все-таки классику, раритет Советского Союза и сделать ее электрической. Я более чем уверен, что нам в любом случае нужно какие-то автомобили изобретать подобного плана, чтобы дать ответ всей мировой общественности. Думаю, что будет такой же надежный, как Калашников, автомат, и завоюет весь мир.